Что, можно начинать? Теперь точно можно начинать. Всем привет! Так, меня зовут Екатерина, я один из организаторов конференции DevOps Tech Lead. Со мной, я думаю, что люди, которые все знают, Женя, программный комитет Tech Lead, и Лера, программный комитет DevOps. Ура, у нас все здесь. А, коллеги, у нас нужен еще хотя бы два микрофона, поэтому давайте... Я пока что начну, буду рассказывать про то, что у нас вообще сегодня предстоит. Так, давайте с правил начнем. Мы все носим маски, и организаторы, и программный комитет. В данный момент нет, но... Почему вы смеетесь? Это не смешно на самом деле. Нам дело все в том, что массовые мероприятия до сих пор запрещены. И Роспотребнадзор нам согласовал проведение данного мероприятия только в случае, если все участники, а также организаторы будут носить маски. Между прочим, организаторы проходят специальное ПЦР-тестирование обязательно для всех, либо QR-код, либо ПЦР-тест. Вот, поэтому, пожалуйста, давайте мы будем носить маски. Это необходимо просто для того, чтобы мы могли вот так вот снова собираться каждый год. На каждой конференции. Это очень важно. Пожалуйста, выключайте звук на телефонах, потому что вы можете помешать своему соседу, вы можете помешать докладчикам, которые будут выступать на данном мероприятии. Соответственно, было бы здорово, если бы также помогли нам создать атмосферу этой конференции. И сейчас, наверное, я передам слово ребятам, потому что они больше знают про программный комитет и про то, что вообще вас ждет на этой конференции. Вот. Женя, Лера, вам слово. Я думаю, что Лера начнет. Да, всем еще раз привет. Я от лица всего программного комитета. Я думаю, вы видите, сколько человек в программном комитете. К сожалению, не все они смогли сегодня здесь присутствовать, но всем им большая благодарность и респект. Мы все вместе пытались собрать программу так, чтобы вы могли поговорить и о каких-то базовых вещах, и о каких-то сложных вещах, и о вещах, до которых обычно никогда не доходят руки. Привет безопасности, FinOps. Также сегодня я хочу, чтобы вы успели попасть на круглый стол, который посвящен тому, как находить себе коллег, как искать коллег, которые понимают, как сделать хорошо. А также сегодня ребята из сообщества DevOps Moscow Meetup будут проводить так называемые open space. Я всем рекламирую, всех призываю туда прийти, участвовать, задавать вопросы, решать свои проблемы. Надеюсь, вам понравится. Спасибо. Спасибо, Лера, большое. Жень, давай теперь про тех лидов расскажем, чего от них сегодня ждать. Да, как видите, нас несколько поменьше. Нас мало, мы в тельняшках. Я хотел рассказать небольшую историю про то, как мы вообще готовили конференцию. Когда-то в 2019 году мы собрались, тогда еще программным комитетом QualityConf, и решили, что нам нужно полностью менять концепцию, менять название, и мы, в общем, решили сделать новую конференцию. Потом наступил ковид. Мы провели первую конференцию, к сожалению, только онлайн. Вот, это было, ну, не так, как нам хотелось, потому что мы все-таки целились в офлайн, хотели вот такую же толпу народа собрать, пообщаться. Вот. Но, тем не менее, мы ее провели. 21 год и второй техлит тоже прошел не без ковидных ограничений. Из-за этого нам
опять не удалось собраться там в полной мере, в полном составе и в полном составе, например, программного комитета. И в этом году, к сожалению, тоже прилетел такой черный лебедь. Вот, поэтому, опять же, не получилось, на самом деле, собраться программным комитетом полностью, целиком здесь. То есть вся работа, она как была, так и продолжается удаленной. Тем не менее, я бы очень хотел поблагодарить тех людей, которые и с нами здесь сегодня пришли, вот сидят в первом ряду, и особенно тех людей, которые нас сейчас смотрят по ту сторону сетевого кабеля. Я думаю, что как нам их сейчас не хватает, так и им нам сейчас не хватает. Я предлагаю их поддержать. Большое спасибо программному комитету. Ура! Спасибо большое. Вот. Про программу хотел сказать. В этом году мы наконец-то отошли от концепции, что нам нужно вообще рассказать индустрии про то, что есть такая роль техлид, чем она занимается, какие у него обязанности. Мы наконец-то смогли сконцентрироваться на том, на чем мы изначально хотели. Это инженерные подходы, практики, качество и вот эта вся история. Поэтому приходите на рулетку кейсов по ТДД, приходите на открытый микрофон по масштабированию, участвуйте в активностях, будем рады вас видеть. Спасибо. Класс. Слушайте, у меня на самом деле очень интересно. А поднимите руку, кто пришел на конференцию DevOps. Вау. Хорошо, а теперь поднимите руку, кто пришел на конференцию TechLead. Ну, я не могу сказать, что одинаково, но я думаю, что мы увидим всю разницу, когда залы будут наполняться, кто на DevOps, кто на TechLead, посмотрим, где будет больше. Окей, как раз-таки теперь мы расскажем вам про расписание, чего вас сегодня вообще в принципе и завтра ждет. У нас 7 потоков докладов, у нас есть расписание фойе, наш замечательный бэдж, про который я все время рассказываю и рекламирую, вы можете его открыть. Посмотреть. Тут будет все расписание конференции на 2 дня, а также вы можете найти как раз-таки расписание фойе нашей выставки от наших партнеров и, соответственно, схему мероприятия, которая также есть в бейджике. Кстати, у нас есть еще и брошюра. Вот, ее можно получить на зоне раздатки напротив лестницы около регистрации на мероприятие. Давайте дальше пойдем. Стабильно, как это, стабильность — признак мастерства, и, конечно же, страница перед номер, который указан перед названием докладов, это страница, где вы сможете в брошюре найти полное описание доклада. О докладчике, о докладе, о том, из какой он компании, что думает ПК насчет его доклада. Все это есть информация в брошюре, поэтому не стесняйтесь, подходите, берите, it's all free for you. Ну и, конечно, схема. Мы вернулись в Сколково. В 2019 году последний раз тут были, и так здорово возвращаться, на самом деле. Большая схема. Мы только на первом этаже сегодня и завтра, соответственно, тоже. У нас видеозаписи доклада будут обязательно, а мастер-классы записываться не будут. Поэтому, если вы хотите посмотреть мастер-классы, обязательно приходите. Ребят, расскажите, пожалуйста, чего у нас вообще на схеме есть, какие комнаты… Сами уже смогли увидеть вообще, что у нас есть на конференции? Да, но я вот тут как раз был на рите в свое время, и, если честно, это было тяжело здесь разбираться. Вот, но я думаю, что схема довольно сильно поможет. Собственно, у вас, опять же, в бейджиках она имеется. Вы можете посмотреть, где находится комната докладчиков, если вдруг докладчики там еще не были, или, например, попробовать их поймать, когда они будут туда заходить или выходить и пристать с вопросами. Ну, собственно, штаб, бухгалтерия, медпункт и все залы. Ну, у них есть 2 наименования, поэтому можете ориентироваться, наверное, по любому из них. На самом деле у них 3 наименования. Мы специально постарались, чтобы всем угодить. Есть номер зала, есть название зала, которое придумали ребята из программного комитета, и есть местные сколковские названия, которые вот как бы по городам называются. То есть видите, Сколково все делится по секторам, по странам, и, соответственно, в каждой стране есть свои города. Вот, так вы можете, в принципе, тоже ориентироваться. Лер, а как у нас проходит вообще, в принципе, программа? Какой процесс? Расскажи немножко тоже по этому поводу, пожалуйста. Да, я надеюсь, вы все читаете намного быстрее, чем я говорю, но по классике у нас все доклады во всех залах, вопросы у нас отводятся 50 минут, не больше. Если вы не успели задать свой вопрос,
будьте настойчивы, подождите докладчика после доклада на выходе. У него будет специальное место и время, чтобы ответить на ваши вопросы. И обычно это комфортнее и спросить вам комфортнее, а докладчику комфортнее ответить. Наши любимые дорогие онлайн-участники, в том числе и члены программных комитетов, которые смотрят нас в онлайне, они могут подключиться на онлайн-платформу Онтика, задавать напрямую вопросы по ходу доклада, после они будут озвучиваться. В общем, будьте активными. Мы вас увидим, услышим и ответим. Еда. Ну, куда же без нее? У нас в этот раз еще сложнее система питания. Чтобы вы точно запутались. Но на самом деле нет, конечно же. У нас всего 4 зоны питания, но обеды будут проходить только в 3 зонах питания. У каждой зоны питания есть свое название. Аквариум, яблоко и зеленая стена. Вот сейчас я увидела прям те, кто точно пойдет на обед, потому что они сразу же полезли за своим талончиком. 3 зоны питания, 3 потока обедов. Вы смотрите зону питания, смотрите свой временной промежуток, и в это время, в эту зону питания идете кушать. Если вдруг у нас на регистрации останутся талоны, и вам нужно будет поменять на другую зону или на другой временной промежуток, вы можете спуститься к ребятам на нулевой этаж. Мерч. На стенде Онтика мы разыгрываем свой мерч по хэштегу DevTechCon2022. Публикуйте фотки, статьи, посты в социальных сетях. И мы будем очень рады подарить вам что-нибудь прикольное, интересное. Я думаю, что девчонки на стенде вам смогут обо всем рассказать. И на самом деле это еще не все. Сейчас я бы хотела пригласить на сцену наших золотых спонсоров, компанию «Газпромбанк», компанию «Мир Платформ» и компанию «GarageAid», которые стали в этом году золотыми спонсорами нашей компании. Давайте поприветствуем их, чтобы они тоже рассказали о том, что вас ждет сегодня в зоне выставки. Раз-раз. Всем привет, друзья. Меня зовут Артем, и я работаю в «Газпромбанке». Собственно, спасибо большое организаторам за такую чудесную конференцию, где мы можем с вами пообщаться и поделиться теми инженерными практиками, которые культивируются в нашем быстро развивающемся банке. Мне бы хотелось отметить, что DevOps и развитие культуры IT-разработки – это очень важное для нас направление. И сегодня здесь мы присутствуем всей дружной командой конференции, поэтому подходите к нам на стенд. У нас очень много интересных для вас активностей. Ну и, конечно же, сегодня у нас также есть доклады. Очень рекомендую посетить доклад Максима Морева, фантастический ТДД и ДДД, и где они обитают. Welcome, будем рады делиться с вами своим опытом. Поприветствуем еще раз Артема из компании «Газпромбанк». Давайте передавать слово следующему. Да, меня зовут Артем. Артем Кротов, компания «Мир Платформ». Я думаю, про «Мир Платформ» вы слышали, но стоит упомянуть об этом еще раз. «Мир Платформ» — это IT-бренд, собственно, который объединяет технологические сервисы и национальные системы платежных карт. С нашими сервисами вы сталкиваетесь, по сути дела, каждый день, когда вы платите картой. Карта «Мир» — международными платежными системами, поэтому мы обеспечиваем бесперебойность и доступность оплаты, собственно, для любого гражданина РФ. И не только. Также «Мир Платформ» обеспечивает операционную функцию для системы быстрых платежей и разрабатывает новые финтех-сервисы, о которых вы скоро узнаете. У нас также есть доклады, у нас есть, но сначала о наших техтолках. Два инженера, два специалиста, Игорь Николаев и Вадим Панкратов, будут выступать с техтолками и расскажут о инженерной составляющей, об автоматизации процессов сборки и об автоматизации, собственно, и работы с open-source решениями. Меня вы сможете попытать увидеть завтра на моем докладе в этом же зале в 11 часов. Я буду рассказывать про сообщество и про масштабируемую разработку. В том числе у нас также есть стенд. Стенд для вас будет по левую руку, прямо на выходе. Компания «Мир Платформ», подходите, там будут веселые активности, игры, собственно, вы сможете выиграть книжку, получить мерч и пообщаться с нами, собственно, задать какие-то вопросы. И, собственно, всем хорошей конференции и удачного нетворкинга. Ура! Ура! Еще раз, еще одному Артему еще раз большое спасибо. И последний на сегодня наш участник на сцене, но не последний по значимости. Леша, тебе слово. Всем привет, меня зовут Леша. Я Area Product Owner в компании GarageAid. Мы занимаемся развитием экосистемы для инвестирования частных лиц и очень сильно растем в странах Юго-Восточной Азии. Сюда мы приехали в первую очередь за опытом. Ваш и наш опыт позволяет нам
быстрее расти. Поэтому мы сюда приехали за ним. Приходите на наш стенд, там вас будет ждать квиз, VR-платформа и призы. Все. Спасибо. А еще, ребят, можно сделать классные фоточки. Я прям уже увидела и обязательно к ним зайду. Окей, ребят, спасибо вам огромное. Вы классные. Давайте общаться, продолжать на выставке. И, наверное, Жень, Лер, нам, мне кажется, пора, потому что пора уже приступать к докладам. Теперь я на сцену приглашаю Антона Черноусова, ведущего сегодняшнего зала. Поэтому поприветствуем его тоже.